Привет. Как будто неплохо, согласитесь. 69 955. Что? Вчера же только было 66. Вот так. Но я вам рекомендую досмотреть этот видос до конца. Потому что как будто все прошло слишком быстро. Как будто этого недостаточно. Ну и я должен в конце сделать красиво. Досмотрите видос до конца. Вам понравится. Обязательно. Самое главное будет в конце. Если не хотите смотреть, можете даже перемотать. Но в конце самое главное. Что дальше? Как так произошло? Давайте посмотрим, сколько кубков у моих конкурентов. Ну что ж, Элизи, молодец. Браво, реально, она меня прям уделала. Знаете чем? Она меня уделала своим упорством, настойчивостью. И она меня удивила. Я реально думал, она будет апаться слабо. Я ее просто догнал. Думал, ну все, ща я эту девочку догоню. Все, теперь она точно никуда не убежит. Ну, типа в плане покупкам, да. Буду аккуратненько апаться, все, и будет хорошо. В один момент я просыпаюсь, а у нее опять на 1000 кубков больше, чем у меня. Не, ну это дерзко. Это дерзко, реально. В этом плане она молодец. Но сейчас вы все узнаете. Сейчас будет интересная развязка в конце. Она прямо сейчас апает. 69-247. Молодец. Что у нас тут по Брастарсику? У Брастарсика немножечко ситуация похуже. Но он апает 80 тысяч. Давайте тоже его поддержим. Он в этом плане молодец. Я ссылочку и на... не на Лизу, а на Ксюшу и на Брастарса оставлю в описании, чтобы вы поддержали их. Со мной Кубик и Вомикс. Просто тот респект, который я выражаю Кубу и Вомиксу, не передать словами. На них тоже ссылки в описании. Я прям настойчиво прошу вас на них подписаться. Прям прошу. Потому что, опять же, еще не конец. Я нажимаю кнопку «Играть». Мне остается 45 кубков. Давайте немножко поболтаем. Потому что... ну реально есть что объяснить. Это настолько легендарный для меня ролик, потому что... знаете почему? Потому что это легендарное начало. Мне кажется, Brawl Stars хочет, чтобы я еще немножечко пошумел в нем. Как будто Brawl Stars еще не готов со мной расстаться, потому что если я заканчиваю пуш, я ливаю. Я не вижу смысла играть без цели. Танечка попросил потише, поэтому я буду потише. Так вот, прямо сейчас я сделаю интересную красоту. Надеюсь, мы сейчас доапаем прямо на видос. Да, я сказал или не сказал, ссылки на Холди Геймс и на Холди Теле в описании. Да, вообще все ссылки в описании. Вы представляете, нам забили гол с ником «Играть научись». А ну-ка давай соберем раму. Подождите, ребзики, подождите. На видос и мы проигрываем катку? Такого не бывает. Секунду. Гол. Первый. А, второй. Я не заметил. Плюс 13 кубков. Как так получилось, что я как будто ультанул в конце? Нет, вам не показалось? То есть я как-то апался. А в конце как прорвало плотину. А весь секрет в том, что холдик-молдик-то не трогал лоу-кубки. А у меня их, ребята, было очень много. У меня было 3 перса на нуле кубков. И персов 5, наверное, на 600. Я апал. Внимание, давайте вот покажу вам. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 22, 23, 24. У меня просто уже башка не валит. 27, 30. 30 бравлеров на косарь. 30 бравлеров на косарь. А мне этого не надо было. Мне достаточно было всего лишь апнуть всех на 920. Либо 15 бравлеров на 920, остальных на косарь. Но мы... апнули 30 бойцов на косарь. Как будто жалко эту историю оставлять, да? Как будто жалко ее оставлять. Фух, нам остается последние 2 катки.
чат. На данный момент я на стриме у Элизы. На данный момент на стриме у Лизы просто взрывается. Холдику осталось 30 кубков. Все об этом спамят. Сейчас все в предвкушении. Холдик апнет первым. Холдик выиграл челлендж. Все этого ждут, потому что я жестко нашумел. Причем я... Ну реально, я не хотел так быстро апаться. Я лишь хотел сравняться с ней по кубкам. Но она тоже, знаете, не хотела, видимо, проигрывать. И она пыталась оторваться от меня. Ей было намного сложнее. Ей было намного сложнее, потому что у нее лоу кубков не было. Это решает, это решает. Ну, я как бы не специально так сделал. Ну, точнее как. Не, я специально не трогал лоу кубки, но так получилось, что они у меня были. И это был козырь. Козырь в рукаве напоследок. Остается 19 кубков. Вы понимаете? 19 кубков. У меня аж во рту пересохло. Скажите мне, ответьте на вопрос. Вы готовы, что это последний видос по БС? Просто напишите да или нет. Поставьте лайк, если нет. Потому что, ну, пригодится лайк, потому что самое интересное, это в конце. Все пишут грустные смайлики у... Сейчас я вам покажу. Я вам сейчас это покажу. Но я сделаю сейчас очень красиво, ребята. Поверьте мне, я сейчас сделаю очень красиво. Я... Сейчас все будет самое интересное в конце. Мне уже не терпится концовка. У меня немножечко жжет руки. 13 кубков. Остается 6 трофеев. Но нам надо кое-что сделать. Поэтому, ребят, закройте пока глазки. Я вернусь к вам чуть-чуть попозже. А теперь смотрите сюда. Ой-ой-ой-ой, что происходит? Ой-ой-ой, ты чё? Холдик, ты же сейчас сольёшь. Ты чё? Алло? Ты же проиграешь челлендж. Что ты делаешь? Холдик? Ты дурак? Холдик, ты... Ты передумал пушить? Я ж вам говорил, самое интересное в конце. Ой-ой-ой, минус 11. Как же больно. Что теперь делать? Да ничего, сейчас покажу. Теперь мы снова идем в каточку. Делаем фокус. Ох, у меня аж планшет нагрелся от такой истории. Я не верю, что это происходит. Но это прям сильно, я вам говорю. Поверьте мне, вам концовочка очень понравится. Блин, у меня прям реально руки застыли. Я переживаю очень сильно, потому что как будто ответственный момент сейчас. И очень переживаю, ребят. Плюс 8. И нам остается... Плюс 8 кубков. Поехали. Ну а теперь... Сейчас будет легендарный момент. Погнали в катку. Фух. Главное не напортачить. Главное, чтобы все пошло по плану. Поехали. Нам главное сейчас не лазануть. Очень главное не лазануть. У меня сейчас руки дрожат. У Куба 6300 онлайн. Кубик, брат, мы сделали это. Я верю, мы сделали это. Сейчас все будет. Ай-яй-яй. Не сдох. Тихо-тихо, Дань, тихо. Стоп. Секунду. Смотрите сюда. Трогай. Тихо. Подожди минутку.
Я не буду забирать эту победу у Элизы. Она заслужила эту победу. 100% она заслужила эту победу. В чате, чекайте, что в чате происходит. Они должны написать про клан. Они должны написать про клан. Ну а теперь вопрос к вам. Если вы хотите продолжение, набирайте на этом видосе 77 тысяч лайков, и я пушу 77к. Я не буду апать 70 тысяч специально, чтобы понять, мне на 70 останавливаться, или же я иду в бой и двигаемся дальше. 77к лайков. Увидимся. До новых встреч. Надеюсь, не прощаемся. Пока-пока. Это было весело.